Итак, пришла мне рекламная акция, ну или как промо-акция на Egypt, Telecom Egypt V. У вас будет в 300 раз больше отгрузки, тролли-вали, но как надо делать? Отправляете USSD код, звездочка 501, решетка. Вам приходит вот такое сообщение. Вы успешно подписались на промо-акцию Ramadan Recharge. Пополняйте и получайте. Там было 300, если вы в приложении пополнили, и 200, если вы, ну, через кассу наличными заплатили в офисе дурацком. Так. А теперь приходит смс-ка, что залупу вам на воротник в 100 раз и все. И заткнитесь. Но в 200 раз через приложение Mavi и в 100 раз наличкой в офисе. Вот как раз я еще там возмущался, почему не в 200 раз, а в 100. А надо было смс-ки эти читать, пидористически. И вот смотрим мой этот аккаунт, или как он там. Мне дали, я положил 15 фунтов, из них, ну там вот эта комиссия, 43% из этих 15 фунтов. Пришло 10 с небольшим фунтов на счет. И, видимо, они от 15 фунтов считают, то есть грязными, без учета налога, 43%. 15 умножить на 100 получается 1500 единиц. И 1 минута, 1 единица, 1 мегабайт, 1 единица. Смотря что вы тратите, туда они и будут тратиться. Но выгода в том, что деньги, которые вы положили на счет, они не тратятся. То есть эти единицы дали просто за пополнение. Ничего покупать на эти фунты не нужно, чтобы получить 1500 единиц. Все.